Йоу-йоу-йоу, а спонсор ролика сайт warnet.ws. Здесь ты увидишь самые свежие новости интернета. Всегда качественный контент, ежедневные обзоры самого интересного в интернете. А также новое видео, софт, музыка и приколы. Рекомендую, ссылка в описании. Тррррррррр! Я 2 сентября только муж. Бороду я сейчас чуть отпускаю, чтобы в итоге выровнять правильнее. Вот и все. Не буду я с такой поеботой ходить. Здорово, Макс. Так. Короче. Сейчас у нас 15 минут. Через 15 минут кое-что будет. Ну, во-первых, кто более умный, того уже все было. Ну, кто не более умный, либо более ленивый, у того ничего не было. Это все расскажу. Короче, по поводу челика и по поводу батла, я это все позже скажу. В общем, Вагван, всем привет. Я посидел, покумекал и подумал, зачем мне вас держать и заставлять ждать полного релиза и епишки в течение там 2 месяцев, получается, да, 2, по-моему, это слишком долго. Ну и единоразово это будет смотреться не очень. И, собственно, я думаю, что вам стоит поступить следующим образом. Я сейчас в Томске, я буду релизить по одной демке CP раз в 2 недели. Примерно 2-2.5 недели. Вот. А потом выпущу студийный EP этих демок. Таким образом, вы не будете скучать. Таким образом, увеличится активность. И вы будете довольны. Плюс у вас будет 2 версии треков, которые вам нравятся. Почему я так подумал? И почему я так решил? Привет, Даш. Я подумал, что когда я записал, короче, все эти демки, с вами того, что я хотел, чтобы повестка звучала максимально гаражно. Я подумал, блин, она так и звучит в состоянии демок. То есть у меня даже очень малая мотивация к тому, чтобы идти и записывать это на студию. Во, я подумал, что пускай будут и эти версии, и отмастеренные версии. И у народа будет 2 версии, из которых они могут выбрать то, что им захочется слушать. И все будут в выигрыше. Поэтому в 30 минут дропнется первый сингл. И то это демо не полное. То есть, типа, там в начале еще будет кое-что у EP. Но тем не менее. Ну, а кто умный, тот уже свиноферму нашел. Вот и все. Сначала мы хотели сегодня ночью, короче, угарнуть срочно и сделать, типа, слив. Ну, то есть, типа, попросить ребят, знакомых, малых, вдруг там мало общих друзей, они вообще, никто их не знает, чтобы они посливали там в комменты рипа, хуипа, в группу там закинули в комменты всякая такая хуйня. И, короче, типа, чтобы подумали, что слив. Я такой, типа, погорел, вау, что за слив. А в тексте трека прикреплена подъебка при этом. Но, короче, не зашло, потому что люди что-то не среагировали, ну, то есть не стали трек искать, хотя, блядь, Лера Чаус выставила инстасторис со свинофермы, я выставил свинофермы, и только 4, наверное, или 5 людей мне отписало насчет того, что нарыли трек, ну, и скинули там в комменты в группе. Вот. Стоит ли меня ожидать? Нараемся, не знаю, как позовут, может, стоит. Клипы будут, ребят, я все готовлю. Первый сингл через 10 минут примерно. На таймере в группе стоит. Нет, не 30 минут ждете, а в 30 минут он будет. Не, да, типа, можно было пофорсить это все пеной, но я решил разыграть такую хуйню. Короче, пришла в голову по ебанутому все релизить, у меня же никогда не бывает все просто, потому что так будет намного угарней. Вот. Курю я Филипп Моррис. Трение не прекратилось. Ну как, я не занимался с, сейчас скажу, 8 июля, потому что уезжал в Москву и там ездил в Сочи, обратно в Томск. Я не успевал, тупо. Ну, мне не было смысла брать ебучий абонемент и въебывать его там по поездкам, поэтому я сейчас приехал в Томск и буквально сегодня только в зал сходил. Ну, сейчас за 2 недели засушусь и
перед клипешником я буду выглядеть вот так вот. Это все, конечно, бомж-стайл, типа, все нормально, бытовуха. Роза Брата тоже будет, но Розу Брату я релизну вообще по-другому. Она отдельно от EP будет, и она будет тоже в двух версиях. Будет два одинаковых инструментала, просто у меня есть идея, как ее подать лучше. Допустим, в свое время я не придумал это с костями. Намекну только так, что, допустим, лайв-версия костей, как я ее сейчас исполняю, вы слышали то, что я в другой тональности ее исполняю. Ну, чуть выше, допустим, на припеве. Ну, не чуть выше, а на целую октаву, блядь. А мне это намного больше нравится. И если бы я это сделал раньше, чем выпустил кости, я бы также выпустил, типа, одну лайв-версию и оригинальную версию. И, собственно, так я хочу поступить с Розой Брату. Блядь, Лдума заебали с Розой Брата. Лдума ее уже не выпустит. Только я. Да, привет, привет всем. Бросать я буду курить только, наверное, лет в 26. Где-то так. Ну, короче, ну да, года через 3. Это не альбом, а пишка. Насчет альбома вообще, я вам не скоро что скажу. Идей много, просто на это нужно действительно много времени. Даже не год. И типа, это не год думать, блядь, 3 недели позаписать, а реально работа там больше, чем на год. Алдема пишет очень крутые треки. Добавляйтесь к нему, слушайте его. Чувак пишет музло великолепнейшее. Найти альбом «Захват на Мадагаскаре». Но я же хотел закопать повестку сначала, потом подумал, что все равно это единовременное событие. Билеты еще должны быть покупать. Я, кстати, не проверял. Че по продажам. «Милый Прайдет» — это серьезный трек. Ребят, вы спрашивали, там, типа, я не помню. Наверное, я рассказывал... А, у этого, у Life and Theme, Public Elite, есть видеообзор альбома. И да, мне рассказывают правдивую историю, поэтому все в порядке. Вот только что про Розу делал. Что Роза делает? Все в порядке, по мерчу. Когда будешь ебашить тур помимо Питера и Москвы, скажу все на самих концертах. В общем, что-то еще должен был важно сказать. А, ну вот по батлу. Ну я Мирону отписал, на цену согласился. Я не буду говорить, что я ему сказал. В общей сложности скажу только такую тему, что действительно нужно было понимать, против кого ты выходишь. И что, ну, короче, Мирон посчитал почему-то, что батл с Дизастером важнее, чем батл с Знойным. Но в рамках российского рынка, естественно, батл с Знойным был важнее, чем с Дизастером. И это он должен был Дизастера трясти, блядь, и говорить то, что ты, типа, ну, груша для меня. И это было бы жестче, потому что Дизастер как раз-таки вот этот качок бешеный, и на нем бы это выглядело нормально. Новые треки Жо охуенные, кстати. Насчет XXXTentacion и Denzel Curry, то, что мне говорят насчет такой хуйни, типа, бля, Локи, зачем ты косишь под тех? Фишка такая, ни под кого не кашу, допустим, вот говорят, под Denzel косишь, а при том, что Флорида, ну, типа, вся тусовка UT, это овер, там, 30, наверное, блядь, рэперов, ну, при контовке, по крайней мере, они в таком стилистике читают, это никого не идет. Фейса не доебывает то, что он косит под Лил Пампа, там, тыры-пыры. Короче, типа, это же очень большое скопление информации, которое просто остается в моей голове. Конкретно никакие треки я при этом не пишу. И вот эти вот приколы насчет того, что, блядь, ты байтишь Трэвиса, ты байтишь Дезу. Ага, то есть Кости, Милый Прайдет, и все, да? А, охуеть, то есть это где-то, блядь, 1% от всех треков. Ну, не один получается, ну, 2%, скорее всего. Хотя нет, у меня больше 100 треков уже. Ну, в смысле, не исполнительских, ну, в принципе. Поэтому это пиздец какой-то, смех. Насчет XXXTentacion, допустим, в релизе повестка я скримлю. Или гроулю, или пытаюсь это делать. На самом деле, расщеплять голос у меня еще выходит так себе, но звучит прикольно. И, короче, многие скажут то, что «Ой, закос под XXXTentacion». Но мои старые фанаты помнят, что я еще в 15 году, до того, как МЛДБ выходил, или когда МЛДБ выходил, говорил о том, что я хочу записать что-то металлюжное, я хочу, типа, по металлу двигаться. Ну, типа, не по самому жанру, а, короче, это юзать. Поэтому это бред. Ну, то есть, конченый бред. Хотя бы вот 184 человека в трансе сейчас это поймут. Так, с 86 я повторяю, через обрывалась трансляция, я хотел время посмотреть. В общем, в 30 минут будет трек.
Я не знаю, сколько сейчас времени. Так, давайте я прошуршу, чего там понаписали, пока я тут высказывался. Девушка Терепса в чате. Окей. Если пригласят, соглашусь, естественно. Но там можно будет это засунуть в рамки тура, если он будет даже. Посмотрим. А, будут плясать под милого прадеда, не кстати, под милого прадеда, никто не пляшет под милого прадеда. Никто не пляшет. У меня на концертах никто под него не плясал, но люди подпевали. И долбоебов у меня на концерте нету. Ни на том, ни на другом. Еще такая пена, то что люди, блядь, пишут: ой, у Локи было там 100 человек на обоих концертах, а, по 50 человек на обоих концертах, типа в Москве 300 и в Питере 200. Ну, извините, первые дебютные концерты, а вы что, хотели, чтобы я, блядь, олимпийские сходы собирал? Короче, это же пионеры, которые, ну, ребята, которые приходили, это пионеры. То есть это те люди, которые не знали, на что они идут, но они поверили, типа, в артиста и пошли. Поэтому это очень важные 300 и 200 человек. Дьявол, ресторатор, Окси. Красиво ли это? Думаю, да. Но это же делается публично, и это делается публично, все честно. Рост у меня 178 сантиметров. А, Экстансион, ну, мне нравится часто, где вот он как раз-таки скримит, типа, очень крутые треки. Но опять-таки, типа, у рэперов есть привычка релизить материал 128 кбпс в отвратительном качестве, ну, это пиздец. То есть там даже не гаражное звучание, а вот именно, ну, плохой звук. Они хотя бы 320 релизили, это было бы уже приятнее слушать. Хиты должны быть, я за других не могу отвечать. На ком поднимаю ММР? Я всегда 1 на 9, во-первых, поднимаю на ВК, поднимаю на Хускаре, поднимаю на Спектре, поднимаю... Блять, на ком я еще катаю? Жестко, по крайней мере. На Эмбере бывает, ну, хотя... Такое. Кстати, на ЗФС хорошо получается. Ну, то есть я знаю, как зонить врагов. Альбом из Эпферга клевый, но что-то слабо потянул. Могу сказать, то, что, допустим, ЛСП собрали 110 человек первый раз, когда у них был концерт в Питере. Ну, по крайней мере, мне так сказали ребята, которые с ними общаются. Ну, с ним уже. Про челик из Твиттера, ну, это какой-то правый типок. Долбоёб, судя по всему, у него там ровно связь с Птахой. Я спрашивал Птахи за него еще давно, ну, точнее, за его друга. Не там какая-то туса. Короче, ебанина из Минска. Ну, в том плане, что челик вместо того, чтобы делать музло, залупается на всех все. Хуета какая-то. Ну и ничего интересного, короче. Есть у меня образование, менеджмент. Томск, как долго в Хардстоун играешь? Хардстоун около месяцев 4-5, может быть. Но я редко. Мне лень донатить и лень играть арены, чтобы копить голду и открывать новые паки. Прям впадлу. Ну, сам понимаешь, без некоторых лек невозможно некоторые колоды построить. Рома 4. Да не хватит. Сейчас курю Филипп Моррис, кстати, у них хороший табак, при том, что, типа, пачка 175 рублей в 2017 году, это охуеть, 75 рублей. Она лучше, чем Кен с Метолом, который стоит 130, по-моему, уже. Кен с Метолом разваливается, ты его куришь, блядь, он просто распадается, из него табак, блядь, валится, он сам как дерьмо на вкус. Ну, короче... Гукеру нормально отношусь. С Витя СД, не знаю, какие отношения, просто переписываемся. На мерчух можно откладывать бабки, да. Поднялось мнение о Гнойном, а у меня на таком же уровне осталось. Ну, типа, тут нужно понимать, что действительно вывез мир, он действительно правильно это сделал. Но это же, типа, постмодерн. Постмодерн — это всегда последующая эпоха, после там индустриальной, как бы, да. Ну, а если он утверждает то, что вся индустрия жопа, то постжопа — это говно. Вот и все.
вид кода... Не, кодек не с Дензелом, по-моему, зачитал. Кодек, по-моему, зачитал с XXXTentacion как раз-таки. Я, кстати, не знаю, официально это аккаунт Гнойного или нет. Ничего, вести трансляцию, не молчит в камеру. А нахуй молчать в камеру? Это знаешь, бабу любит включить трансляцию и полъебал вот так сделать, посмотреть. Спасибо. У меня красивые губы. Спасибо. Очень приятно. Биты сейчас мало продаю, я вот два выставил, типа, вместо сторис, потому что некогда писать, все лето свадьбой занимался. А, уже 30 минут, значит, уже есть все.